Кадет – это звучит гордо. Для большинства этих ребят, наверное, пока это просто слова. Ученики 5 класса еще только готовятся к принятию присяги. Глядя на будущих солдат со стороны, бывший кадет Владимир Артамонов вспоминает годы своей учебы в 8-й школе, которую он окончил 11 лет назад. Это не забывается, это помнится, хранится в душе. Спасибо большое руководству школы, что они эту традицию продолжают, поддерживают, потому что патриотическое воспитание – это приоритетная цель нашей молодежи. Патриотическим воспитанием Владимира Артамонова занимался и полковник Локтев, который сегодня, несмотря на плотный график работы, нашел время, чтобы пообщаться со своим кадетом. А поговорить им действительно было о чем. Место для беседы преподаватель определил сразу – школьный музей боевой славы, в котором на доске почета находится портрет одного из его лучших учеников – Владимира Артамонова. «Полученные в кадетском классе навыки и знания я помню до сих пор», – с гордостью говорит наш герой. Полковник Локтев предложил проверить это на деле. Ну что, вспомнишь? Попробую. Скорости, конечно, нету, но надо все по порядку. Да. Разборку окончил. Мой первый кадет. Вот, я пришел, он был учился в 11 класс, он перешел. Вот. Командир. На него я только с ним работал. Какие вопросы? Володь, надо. Вот, все есть, сделаем. Угу. То есть класс отличался такой. Сильный класс был. Кадетский класс для нас это был не просто какое-то там численность, что мы там числились. Мы защищали честь школы, честь города и, конечно, патриотическое воспитание. И Игорь Анатольевич благодарен до сих пор. Ответственностью и сознательностью Владимир отличался еще в школе, вспоминает его наставник. Игорь Анатольевич рассказал, как однажды из-за изменения в расписании урок оказался под угрозой срыва. Но кадет Артамонов сумел организовать образовательный процесс. Захожу в класс АБЖ. Мои кадеты сидят спокойно, Владимир во главе и читает им устав. Вот это для меня было, я, конечно, был поражен, что они там не безобразничали, там не прогуливали, они зашли на урок, но нет преподавателя, значит, он где-то задействован. Кадет Артамонов проводил занятия. У манекена с обмундированием Владимир остановился не случайно. Эта военно-морская шинель напомнила ему о службе на флоте. В 2012 году, после окончания Тюменского вуза, он решительно был настроен отдать долг родине. Было желание идти в армию, не было конкретных критериев каких-то военно-морской флот, там ВДВ там, или танковые войска. Было желание. Это самое главное. Вот. А потом уже, когда мой возраст подходил к призывному, я уже понял, что моя душа лежит именно к морю, к военно-морскому флоту. Вот. И в городе-герой Севастополь я проходил службу на большом десантном корабле «Азов», на ходовом корабле, который вот из 12 месяцев службы я, наверное, месяцев 9 провел в море, 3 месяца месяц учебка и 2 месяца для пополнения запасов, для каких-то ремонтных, технических работ. Вот. Основная служба проходила в море, время пролетело, не успевал я дни считать. Вот. Особенно, когда служба заканчивается, смотришь назад, это все мимолетом. Тем более, когда заходишь в различные иностранные государства, в порты, это же все интересно, хотя корабль военный, но офицеры у нас и боевые офицеры, они понимающие люди, пожалуйста, в город, увольнительное, там, со старшим. Поэтому я в армии побывал за границей, в странах больше, чем на гражданке. Армия – это школа жизни, с уверенностью говорит Владимир Артамонов. Еще будучи кадетом, он знал, что есть такая профессия – родину защищать. А служба на флоте не только укрепила военную выправку, но и заставила еще больше гордиться своей страной. Во-первых, я стал больше любить Россию. Честно скажу, вот такие патриотические слова. Я стал больше любить свою страну. Я понял, какое у нас мощное государство, какое оно безопасное для наших граждан Российской Федерации. Потому что, когда побывав там внутри, да, в этом ядре и видишь, какая у нас мощь, какие у нас корабли, подводные лодки, какие у нас очень грамотные офицеры, ты понимаешь, что ты живешь в великой стране, в великом государстве.